кстати, господам, кто критикует открывающуюся камеру, что видеорегистратор жалко и так далее, что нельзя на нее ночью посмотреть. Вот, пожалуйста, передняя камера, что из себя представляет сейчас. А вот, пожалуйста, что задняя из себя представляет. То есть, в принципе, нормальная человеческая парковка. Так что, господа, для России, извиняюсь, наплевать на видеорегистратор. Главное, человеческая камера. Пока сзади, но, надеюсь, когда-нибудь будет и спереди. Так, вот сейчас выглядим. Читаемые номера, все как положено. Зима.